поет любимый хор, смолкают птицы, затихает ветер, и льется песня на простор, чтоб разлететься по большой планете. И замирает сердце вдруг, а песню за собой увлекает, то пляской приглашает в круг, а то грустя, как облако растает. В восторге зазвенит струна, в душе у каждого, кто только слышит. Ах, песня русская, она мечтой, надеждой и раздорьем дышит. И трижды слава тем певцам, кто нас приводит в мир хорошей песни. И делит радость пополам, грустит, смеется, плачет с нами вместе. Добрый вечер, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале. Сегодня концертный хор под управлением Кристины Паньковой завершает 5-й концертный сезон. И они подготовили для вас настоящий праздник хоровой музыки. Встречайте! Концертный хор под управлением Кристины Паньковой. Сергей Рахманов. 6 хоров на стихи русских поэтов. Опус 15. «Слався» стихи Некрасова. «Ночка» стихи Ладыженского. «Сосна» стихи Лермонтова. «Задремали волны» стихи Константина Романова. «Неволя» стихи Цыганова. «Ангел» стихи Лермонтова. Исполняются без перерыва. Oh, yeah, no, no.
концертный хор под управлением Кристины Мальковой. Концертмейстер Мария Курлакова. Концертный хор образовывался постепенно из учениц инструментальных и хорового отделения школы искусств. 5 лет назад число участников хора под управлением Кристины Владимировны доходило до 70 человек. И в то время эти дети только начинали осваивать хоровое искусство. Учились слушать себя, учились слышать другого, осваивали прием пения в унисон. И спустя 5 лет упорного труда, множество репетиций и преодоления трудностей звучит многоголосие. Георгий Свиридов. Слова Агнии Барто. Звенигород. Партии инструментов Екатерина Кищан, Ульяна Низовкина, Арсения Мелехина. Самым сложным и в то же время невероятно красивым в хоровом пении является стиль акапелла, что в переводе означает пение без инструментального сопровождения. В нем с большой полнотой раскрывается богатство и красота человеческого голоса. Пение акапелла широко распространено в народном творчестве. В исполнении концертного хора звучит русская народная песня в обработке Виктора Калинникова «Вниз по матушке по Волге». Соло Софья Хамьянова.
Руссконародная песня в обработке Владислава Соколова «Пойду ль я, выйду ль я». Юношей детской школы искусств номер один. Художественный руководитель Александра Лайс. Хормейстер Владислав Осипов. Концертмейстер Максим Паргачев. Слово предоставляется заведующей хоровым отделением детской школы искусств номер один Александре Алексеевне Лайс. Добрый вечер, дорогие наши зрители. Что такое 5 лет? За это время ребенок может закончить посещение детского садика. Я правильно, да, наверное, считаю или нет? 5 лет надо, да? 5 лет сосчитала. А за это время можно закончить колледж, училище или институт. За это время можно даже закончить обучение в нашей школе по общей развивающей программе. Что же значит 5 лет для хора? Это значит, что хор встал на ножки. Это значит, что хор научился слушать и слышать. Научился видеть перед собой дирижера. Вы же видите перед собой дирижера теперь, да? Что вы теперь смело выходите на сцену. Есть такое? До сих пор боитесь? Вот это да. Но это также и 5 лет титанического труда по работе над голосом и репертуаром. Это 5 лет ежедневной работы Кристины Владимировны вместе с девочками. Родители, наверное, все знают, что это такое. Мы сегодня с вами стали свидетелями, по сути, рождения хора, на который невероятно приятно смотреть и который очень приятно слушать. От лица нашей музыкальной школы, от хорового отделения хочу поздравить Кристину Владимировну и наших милых девушек с днем рождения хора и пожелать вам творческого вдохновения, интересного репертуара и незабываемых репетиций. С днем рождения!
исполнении хоровой капеллы мальчиков и юношей звучит русская народная песня «Славны были наши деды». Дирижер Александра Лайс. Прошу прощения, дирижер Владислав Осипов. Народная песня «Во кузнице». Благодарим хоровую капеллу мальчиков и юношей за яркое выступление. А на сцену вновь приглашается виновник торжества. Концертный хор под управлением Кристины Паньковой. Встречайте! Thank you.
Особое место в репертуаре концертного хора занимает музыка кинофильмов, которую дети поют с радостью и теплом. Давайте еще раз поддержим. Андрей Эшпай. Слова Владимира Карпека. Песня о креницах из кинофильма «Креницы». Соло Светлана Бореева. Сезона Светлана Вячеславовна выполняет роль хормейстера концертного хора. Светлана Вячеславовна, благодаря вашему профессионализму, ответственному отношению к работе и заботе о каждой хористке, концертный хор звучит все чище и слаженней. Свою благодарность вам выражают родители и исполнители. Программу нашего концертного хора продолжает музыка Астора Пьяццолы в аранжировке Оскара Эскалады. Партия рояля Марина Курлапова, партия баяна
Лариса Гурина, хореография Натальи Курьяновой. Либертанго. За годы формирования коллектива концертный хор становился лауреатом городских фестивалей и конкурсов и является дипломантом всероссийского конкурса. А в этом году концертный хор под управлением Кристины Паньковой стал лауреатом второй степени международного онлайн-конкурса «Аврора» в городе Стокгольм, Швеция. На суд этого конкурса концертный хор предоставил запись «Либертанго» и песню Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего». Украшением концертного хора является солистка, ученица вокального отделения школы искусств Виктория Немтина, класс преподавателя Татьяны Анатольевны Артемовой. Концертного хора под управлением Кристины Паньковой звучит «Прекрасное далеко».
солисты Светлана Бареева, Виктория Немтина. Thank you.
протяжении последних 2 лет с концертным хором выступает блестящий музыкант, творческая, невероятно одаренная пианистка Марина Николаевна Курлапова. Марина Николаевна, просим вас на одну сцену. Вашими порой неожиданными, но такими экспрессивными импровизациями дети в хоре вдохновляются и звучат, конечно, эмоциональнее и ярче. Спасибо вам за ваше творчество. Вы настоящий мастер своего дела, мастер концерта. И свою благодарность вам выразили родители детей концертного хора. Благодарим вас. Евгений Крылатов. Слова Юрия Энтина. «Колокола». Из кинофильма «Приключения электроника». Искренних, добрых, эмоциональных, интересных, талантливых детях концертного хора. Путем множества репетиций и кропотливой домашней работы эти дети становятся целеустремленными. Каждая из этих девочек вносит неоценимый вклад в общее звучание хора. На сцену для поздравления и награждения хористок концертного хора приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств №1 Ирина Рафаиловна Русских. Добрый вечер, дорогие ребята, дорогие наши зрители. С большим удовольствием мне хочется сегодня вас поздравить с таким замечательным праздником. Поздравить вас, наших артистов, поздравить ваших прекрасных педагогов, поздравить ваших родителей. Это на самом деле, ребята, большой праздник для всех нас. В
Вы молодцы. Вы дарите прекрасное свое исполнение, прекрасное пение. Вы дарите нам праздник. Спасибо вам большое. От всей души хочется пожелать вам от лица директора нашей школы и вообще от всех преподавателей успехов. Успехов на этой сцене и на многих других. Успехов во всем. Творческого вдохновения, радости от общения с музыкой, от прекрасного вашего голоса, радости от исполнения чудесной хоровой музыки. Спасибо вам, ребята! С праздником! За отличные успехи в освоении хоровой программы и стабильное посещение хоровых занятий, за творческие достижения и активное участие в конкурсно-концертной деятельности и в связи с пятилетием концертного хора под управлением Кристины Паньковой, грамотой и нагрудным значком награждаются Королева Нина! Алкасова Саида! Низовкина Ульяна! Иванова Алина! Кищан Екатерина. Прудникова Кристина. Арутюнян Риксиме. Соломахина Анита. Леонтьева Александра. Берина Есения. Климова Мария. Нелёгкина Арсения. Майорова Пелагея. Сапожникова София. Ахмадеева Эллина. Учебу и стремление учиться лучше, за активное участие в школьных мероприятиях детской школы искусств №1 города Березовский и в связи с пятилетием концертного хора под управлением Кристины Паньковой награждаются Климович Миланов, Костина София, Харимова Алина, Тимирьянова Кристина, Максутова Арина, Ващенко Виолетта, Бессонова Александра, Костылева Анна, Якимова Ксения. За активное участие в школьных мероприятиях детской школы искусств №1 города Березовский, за стремление учиться лучше и в связи с пятилетием концертного хора под управлением Кристины Паньковой награждается Мельник Ева, Семенова Диана, Жирнакова Александра, Дорошенко Варвара, Кривоногова Полина, а сейчас приветствуем выпускников концертного хора. За активное участие в школьных мероприятиях детской школы искусств №1 города Березовский, за стремление учиться лучше и в связи с пятилетием концертного хора под управлением Кристины Паньковой награждается Воротникова Полина, выпускница 2022 года. За отличные успехи в освоении хоровой программы и стабильное посещение хоровых занятий, за творческие достижения и активное участие в конкурсно-концертной деятельности и в связи с пятилетием концертного хора под управлением Кристины Паньковой награждаются Гениатулина Залина, выпускница 2022 года. Вершинина Виктория, выпускница 2022 года. Камьянова Софья, выпускница 2022 года. Золотых Алена, выпускница 2021 года. Панина Александра, выпускница 2021 года.
Нарицына Дарья, выпускница 2021 года. Ахматинова Регина, выпускница 2020 года. Дорогие выпускники, вы украшение концертного хора. Спасибо вам, дорогие, за преданность хоровому искусству. Концертный хор с надеждой и любовью ждет вас в сентябре. Особая благодарность выражается родителям хористок, которые всегда готовы помочь. За проявленный интерес к процессу обучения, за помощь в организации мероприятий и вклад в развитие концертного хора по управлению Кристины Паньковой выражается благодарность Гениатулиной Людмиле Рафаиловне. Екимовой Елене Вячеславовне. Королевой Марине Викторовне. Ищам Марине Владимировне. Алхасову Тельману Байрамовичу. Рудникову Анатолию Александровичу. За прошедшие 5 лет конкурсной концертной деятельности концертному хору под управлением Кристины Паньковой посчастливилось сотрудничать с профессиональными музыкантами, каждый из которых внес неоценимый вклад в развитие хора. Максим Сергеевич Паргачев, Александра Алексеевна Лайс, Юлия Михайловна Захарова, Татьяна Викторовна Вейцель, Елена Яковна Ермолаева, Татьяна Алексеевна Снегирева, Лариса Борисовна Гурина, Дмитрий Владимирович Покровский. Благодаря вашей любви к профессии музыканта, глядя на ваш талант и слыша звучание инструментов в ваших руках, дети в хоре стремятся стать профессионалами своего дела. На сцене лауреат всероссийского и международного конкурса ансамбль «Береза Микс», руководитель Дмитрий Покровский. Евгений Крылатов, слова Леонида Дербенева, «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». Thank you.
Техника под управлением Кристины Паньковой. Солисты Светлана Бореева. Концертмейстер Марина Крылапова. Ваши аплодисменты. Предоставить слово родителям детей концертного хора. Аплодисменты, пожалуйста. Очень радостно сегодня быть на таком теплом душевном празднике, на дне рождения, где пришли так много друзей поздравить. Это очень приятно. Значит, в правильном направлении идете. И от всей души хотелось бы сказать, и от лица всех родителей, выразить вам большую благодарность за вашу любовь к нашим детям, за теплоту, за то внимание, индивидуальный подход к каждому ребенку. Мы вас очень благодарим и низко вам поклоны. Хор вырос, частично изменился состав. Возрослели девочки. Добиваются творческих успехов и реализуют свои таланты. Под вашим руководством научились слаженно творить в команде, радуют зрителей. Хочется отметить, что девочки с удовольствием и трепетом посещают репетиции хора. Их лица и голоса излучают счастье. Мы гордимся, что наши дети – участники этого хорового коллектива. Огромное вам спасибо за талант и мастерство, за вашу искреннюю преданность вашему делу, за приобщение наших детей к миру прекрасному, к миру музыки и добрых песен. Творческих успехов вам и вашему, и нашему хоровому коллективу. Дорогие друзья, добрый вечер. Позвольте представить все коллективы, которые сейчас стоят на сцене, и сказать вам, что сегодня я безмерно счастлива. Мне для счастья не хватает одного. А вы сейчас услышите, что нам всем нужно очень сегодня и всегда. Музыка Оскара Фельдсмана, слова Игоря Кохановского. «Мир дому твоему». На сцене концертный хор, хоровая капелла мальчиков и юношей, ансамбль «Береза Микс». Я приглашаю для этого произведения наших прекрасных ведущих Саулия Антышева и Антон Киреев. В ней можно успеть очень.
Как больно земле узнавать по сводкам последних известий, что где-то над миром опять снаряды завыли зловеще. Голоса, которых нет чудеснее на свете, и видеть благодарные глаза. Концертный хор, мы верим без сомнения, порадует еще нас много лет. Пусть новое приходит пополнение, и новых добивается побед. Поддержку за ваш теплый прием. Наш концерт окончен. До новых встреч! Участники концерта просят вас не расходиться, оставьте на сцене для фотографий на память.